Владимир Алексеевич Герасимов и Борис Викторович Громов – друзья. Их сблизило общее дело. Вот и сейчас надо посоветоваться, поговорить о новом инструменте. Оба работают на Саратовском станкостроительном заводе. Предприятии, где немало пытливых людей, искателей, где общественная инициатива рождает много нового, интересного. Коллектив этого завода одним из первых внедрил систему организации бездефектного проектирования и изготовления продукции и сдачи ее АТК с первого предъявления. Здесь, на общественных началах, создан заводской совет новаторов. Его возглавил токарь Борис Викторович Громов. У него 37 лет производственного стажа. Пытливый ум и беспокойный характер. Недаром Борис Викторович автор многих рационализаторских предложений. Его друг Владимир Алексеевич Герасимов, председатель областного совета новаторов, он шлифовщик высокой квалификации, человек неутомимый в творческом поиске. Друзья часто советуются. Бывают и несогласия, споры, но ведь новое нередко рождается в спорах. Областной совет новаторов проводит занятия в школах передового опыта и на других предприятиях по разным профессиям. Вот инструктор-наладчик Николай Васильевич Масолов. Его рекомендации разносторонние. Они полезны и фрезеровщику, и токарю, и слесарю. Еще одна школа передового опыта токаря Бориса Михайловича Батраханова. А теперь побываем у Владимира Алексеевича Герасимова. Многие фрезеровщики еще работают вот такими фрезами. Они очень трудоемки в изготовлении, а пластина твердого сплава служит в работе всего 20-25%. Применение многогранных непередачных пластин с механическим креплением на токарных резцах навело нас на мысль с Борисом Викторовичем Громовым создать вот эту фрезу. Достаточно фрезеровщику в начале смены поставить фрезу на станок и работать. Владимир Алексеевич, а если одна из пластин выйдет из строя, что тогда делать? Тогда нужно ключом отвернуть один из болтов, снять пластину, повернуть ее на другую грань, легким усилием закрутить и продолжать работать. Сейчас мы ее посмотрим в работе. В Саратовской области сотни школ передового опыта, более 20 тысяч рационализаторов. Только за один год их предложения дали почти 11 миллионов рублей экономии. Так работают новаторы. А вот и наши знакомые Владимир Герасимов и Борис Громов. О чем они говорят? Опять спорят? Может быть. Ведь они искатели.